Керамическая посуда, ручная вышивка, ювелирные украшения и поделки из дерева. Всероссийский фестиваль Art Flexion прошел выходные на площадке станкозавода. Свои работы представили около 100 мастеров из разных городов России. Среди гостей праздника Анастасия Степанель. Она целенаправленно приехала на фестиваль из Москвы. Говорит, уже много лет старается не пропускать столь яркое событие, где царит особая атмосфера и можно приобрести уникальные вещицы для себя и в подарок. Я большая жаба. Вам не видно. Здесь мне очень нравятся жабы. Вот. Еще есть очень прикольная жаба вон там. Я чувствую, что сейчас будет третья. Одним из ярких участников фестиваля стал москвич Роман Мартынов, мастер по изготовлению флейты «Калимб». Из столицы он также привез и другие музыкальные инструменты – керамические окарины и варганы. Роман рассказал гостям праздника об истории происхождения каждого инструмента и продемонстрировал их звучание. Мне такая флейта, такая конструкция приснилась во сне. Я видел в фильме ружье трехствольное с таким расположением стволов. И мне приснилось во сне, как такую флейту можно сделать, и я теперь их делаю. Фестиваль проходит в разных городах. В этом юбилейном году была выбрана Самара. Основная цель нашего проекта – это показать, что обычные вещи, предметы быта могут выглядеть как искусство, быть искусством и сопровождать нашу обычную бытовую жизнь. Это та философия потребления, которую мы стараемся донести. Вещей может быть меньше, но каждая из них может быть действительно про личность человека, который ее и сделал, и который ее выбрал. Посетители смогли принять участие в мастер-классах, конкурсах и квестах и даже понаблюдать за процессом создания работ. Августина Охременко, Николай Сидоров, «События».